Только проснулся, блин, вообще не знаю. Только принесли завтрак мне в постель. Поел какой-то кашки, не знаю, типа сечки, что ли. Вспомнил немножко армию. Ну и скушал бутербродик с сыром. Я сейчас все сохну, глаза у меня еле открываются. И заложен, сука, нос. Может, я заболел? Да нет, это просто не бывает, когда лежу. Ну, ничего страшного. Блин. Сегодня решил в этой модной гостинице в номере Суперлюкс отдохнуть примерно до 11:30. Сейчас у меня показывает без 10 минут 10. Ничего себе совпадение. А число у нас 3.06. Это у нас 3 июня, кто не знает. 2018 года. Еще немножко полежу, побалдею. Потом буду чистить свои зубки. Ну и сегодня меня ждет шашлык. Буду сидеть на берегу канала имени Москвы. Ну вот я и в душе, у меня уже личико стало посвежее. Буду чистить зубки. Телефон падает. Берем щетку, будем чистить язычок. Берем зубную пасту. И начинаем ебашить. Мягко пи***. А сейчас я буду умывать свое личико. Поля откопала. Прекрасным средством для мытья посуды. Наносим воду на лицо. Наносим средство туда же. Вроде бы я чуть-чуть в пенке. Даже хочется спеть. Посмотри на тебя этот мир, посмотри. Ну вот мое умывание наконец-то завершилось. Такое ощущение, как будто, не знаю, скопал большую длинную грядку в огороде. Я опять с полотенцем на плече. Ты подумаешь, что это опять какие-то интимные фотки. Но нет, малыш. Они не для тебя. Видали, как я быстро одеваюсь? Все, сейчас помчу на улицу. Там сегодня обалденная погода. Увидимся там.